Не прошло и 3 дня с падения, как по биткоину пришел сигнал на покупку. Торговать биткоином на длительном таймфрейме, которым является один день, очень просто. Для этого нужно зайти в индикаторы и выбрать EMA-шки. Три линии с длиной 3, 8 и 24. Пересечение красной и синей линии говорит о том, что начинается восходящий тренд. Каждый прямоугольник соответствует одному дню торговли. Если посмотреть на график, видно, что 9 января произошло снижение, произошла коррекция. Максимальная коррекция достигла 11 января, но была откуплена. И 12 января еще продолжалась коррекция, и 13 января начался подъем. Сейчас биткоин торгуется по цене 38 тысяч 900 долларов, то есть практически 39 тысяч. И поэтому по моей стратегии, а стратегия у меня очень простая, я ежемесячно на протяжении 10 лет хочу покупать биткоин на минимальную сумму, которую не страшно потерять. Для меня это 1200 рублей. Почему 1200? Это минимальная сумма, которую можно на сегодняшний день торговать на самой крупной бирже Binance. Я вас приглашаю на эту биржу, кто хочет торговать. Биржа замечательна. Очень простая верификация. Для этого вам нужно лишь сделать на смартфон фотографию паспорта первой страницы и привязать свою карту. Я привязал карту Visa. На все у меня ушло 10 минут. Заметьте, я открывал Сбербанк Инвестор 3 дня, трое суток. Мне мой родной Сбер тормозил с открытием счета. Обычного брокерского счета. Потому что ИИС у меня открыт Финами. Я не имею права иметь больше, чем одного ИИСа. То есть у меня один ИИС, а БСы, брокерские счета, можно открывать в любом банке, у любого брокера в неограниченном количестве. Поэтому я открыл для эксперимента, куда буду покупать ETF-ы, тоже ежемесячно. На Дзен деньги, я об этом уже писал и на ютубчике. И на 1200 рублей собираюсь покупать биткоин. Ну вот сигнал пришел. То есть это пересечение двух мувингов, так называемых скользящих средних, дает мне сигнал, что сегодня я могу спокойно купить эти акции и, вернее, не акции, эту цифровую валюту биткоин и спокойненько смотреть на графике, что дальше будет: падение, снижение, и в зависимости уже от развития событий принимать решение. С какой частотой можно смотреть на график? Раз в 3 дня. Движение развивается очень медленно, нет никакого смысла смотреть каждый день на эти графики. Раз в 3 дня у вас будет перед глазами представать картина о развитии движения. Таймфрейм чаще, чем день, я не рекомендую. Но смотрите, вот 4 дня. Сумбурно уже все. Часовой таймфрейм. Видно, да, что идет рост. То есть на часовом таймфрейме вы будете сидеть и пялиться в компьютер каждый час, потому что изменения очень быстрые. На 15-минутных вообще все постоянно меняется. И так далее, и так далее. То есть институциональные инвесторы, они обычно берут длинные таймфреймы и смотрят уже за длинными движениями. Ну вот один день, если посмотреть одну неделю, то видно, что вот коррекция была эти 4 дня, но выкуплена. Максимум был на почти 42 тысячи за биткоин. Еще раз повторяю, мне удобен таймфрейм один день. И я на нем собираюсь работать, покупать. Еще раз повторяюсь, 1200 рублей, сумма, которую не страшно потерять, ежемесячно провожу свой эксперимент. Вы, кто будет за мной наблюдать, наглядным образом увидите, что я буду делать, буду ли я в пролете, будет ли у меня выигрыш.
современные технологии позволяют все это демонстрировать онлайн.